Якутские работники дорожного хозяйства начали подготовку к весенне-летнему сезону. Отпаривание водоотводов продолжается с прошлой недели, а также идет реконструкция городского канала. Сюжет Юлии Великодной. С 8 утра до 8 вечера работники отпаривают и очищают заледенелые водоотводы. Поливочные машины подвозят горячую воду, после чего с помощью пропарочных начинается работа. До конца апреля все участки города будут готовы к летнему периоду. Вот мы эту улицу Лермонтова от насоса до Петровского режем лед идем. Когда лед, снег таять будет, вся вода уйдет в колодец. Оттуда уже качают насосами. В ходе сезонных работ выявляются так называемые мертвые лотки. Это водоотводы, которые во время ремонтных работ дорожного полотна были повреждены и теперь не способны пропускать воду. Их ждет замена. Мы начинаем с выхода с города, с береговых зон. И дальше по лоткам, по городу. И в конце на зеленый луг выходим. По улице Кирова зимой была заменена водопропускная труба. Сейчас там проводятся работы по ее удлинению с двух сторон. Также дноуглубительные работы проводятся под мостом по улице Дзержинского. Городской канал требует обслуживания круглый год. Мониторинг, очистка, углубление, укрепление откосов и скос камыша. Будет производиться укрепление откосов от шлюз-регулятора на речке Шестаковка до моста Павлова. Плюс устройство эксплуатационной дороги. Также на участке от Красильникова до озера Сайсар будет производиться замена водопропускных труб, дноуглубительные работы. Уже в этом году жители столицы республики должны заметить изменения. Ожидается, что после дождей будет меньше воды на улицах города, а это значит, качество дорожного полотна не испортится. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.